Эй, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка, Бульбазавр, Сёк, Яблочный, пацанчики, поздоровкайтесь. Всем привет. Всем привет. Все просили, чтобы мы записали аниматроники Пугает Охранника, но я буду сегодня охранником, а Крошка, Крошка будет аниматроником. И еще написали в комментариях, чтобы ты отыграл РП. Ребята, сейчас мы запишем, а вы там в комментариях напишите, правильно ли Крошка, Крошка отыгрывал РП за аниматроника. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать, уходи. Все, пацаны. А здесь есть энергия, в принципе, наверное, надо нажать кнопку. Нажми крошка-крошка кнопку, там, чтобы энергия слилась у нас. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. Энергия садится, все. Давай, будем тебе чекать, как вот как ПРП. Телепортироваться там, то все. Так, мы смотрим. Прям... Да, он, да, прям этот. Сквидвард. Да, ну да. Ну а что же делать? Пацаны, ключ у нас есть, храните его. Он пропал, он ушел специально с камеры, чтобы мы его не видели. Внимательно чекайте. Слышите, это он машет? А, нет, это вы машете. Вон он, я его вижу, вон. Закрывай. Да блин, все, все кнопки подряд жмем. Как всегда, настроение у нас очень классное. Вот так, давайте ходим. О, смотри, по красоте, точно, молодец. Они же так и телепортируются, они ходят. Так. А, они так тоже делают? Ушла. Ушло. Отлично, да. Вижу, вижу, стоит. Идет? Вот ты молодец. Вот ты молодец. Красава, тащим. Так, мне не видно ничего. Проникнуть пытается. Не получится у него ничего. Ну, потому что мы самые лучшие охранники на планете. Все, клацаю, но не то, что надо. Так, это что, у нас первая ночь, да, типа постепенно нападает? Молодец. Респект. Кстати, у нас уже нету пятой части энергии. Побежал, побежал. О, господи. Успеваем? Да. Так, энергию не тратим. А я специально буду стоять рядом. А нельзя долго стоять рядом? Можно долго стоять далеко. Блин! Ладно, 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 я хотел проверить, что ты будешь делать, если я выйду далеко. Да, пацаны, наказало у нас, нормально. Ночной режим активирован успешно. Продолжаем выживать. Да ты бомж, откуда ты взялся там за угла? Я знаю, где ты живешь. Я живу. На планете Земля ты живешь. Страна Россия, город... Казань. Неправильно. Ну ладно. Он на сцену побежал. Я видел тебя. А я закрыл двери. Открой дверь. А ты не можешь открывать дверь. Пацаны, ключ надо, который в офисе, сюда принести. А где он? А вот он. Надо как-то обмануть его. О, несите сюда, несите, несите. Так. Вот сюда до двери его притаскивай. Да блин, я толстый, не могу пролезть. Ну? Не, до двери надо прям. О, открылось! Отлично! Пошлите, пошли, пошлите. Закрываем двери. Быстрее, быстрее, быстрее. Отлично. Пацаны, мы тащим. Нажали энергию, восстановили? Это не тут, наверное, да, делается? Это надо там вверху, наверное, нажимать. Так, сейчас я иду. Иду, 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 пацаны. Типа сожру. Нет, тут никого нету. Так. Пойду проверю. У нас полная энергия. А ты, блин, Фокси бегает, ищет нас уже. Это неадекватный Фокси. Закрываем калитку. До свидания. Мы энергию восстановили, пацаны. Полная энергия теперь опять. Но она тратится. Она тратится. Че, пацаны, открывать вам? Заходи. Бежит, бежит, я слышу. А как ты убил через калитку? Это Фокси неадекватный, я знал. Больненький трошки. Открываем, пацаны, энергия садится. Хорошо. Фокси бегать может. Давай, я запомнил тебя в лицо. Да он не просто может бегать. Летает. Энергию. А ты задрал! Ты смотри, это пятый раз подряд, что ли? Пацаны,
Через дверь нельзя убивать, так нечестно. Пришел, пришел, стучит, ушел. Может, мы потом уже будем чуть дальше туда... А, вот так, значит. Я к нему со всей душой. А оно? Я. Так, так, так. Сейчас мы возьмем какое-то оружие мощное. Блин, я монетку не успел кинуть. А я бы все равно выжил. А, у тебя очень много жизней? 10 тысяч. Ого. Ну да, монетка она меньше намного отнимает. Ах ты. Убил, убил, пацаны, извините, что я вас тоже убил. Но зато мы его наказали. Ладно, ладно, это очень читерское оружие какое-то. Выпустите меня. А, выходи отсюда. Кусок Бонни. Так, что мы можем взять? Админский пистолет. Короче, если я сейчас умру в офисе, и при этом я не выйду, я тебя буду админским пистолетом убивать. Пацаны, не пускайте его. Через дверь сейчас его прострелю. Кровавый понос, не? А у нас с этой стороны зато открыто. Ой. Двери по башке, извини. Обстоятельства. О-о-о. Голден Фредди пришел. Это, в принципе, неплохо. Что ты его не брал? В 1000 лет мы его не использовали в роликах. У нас очень много аниматроников есть, которых мы не берем. Не знаю почему, но мы их не берем. Что у меня на башке? Мне кто-то бомбу приклеил. Взорвите бомбу, у меня на башке бомба. Давай. Бахай. О, давай я выйду как камикадзе. Давай, взрывай меня. Давайте. Ой, бомба слетела. Нет, бомба осталась. Вот ты в пиццерию. По пузу тебе стрелять. Детишек убивать. Все, я убегаю. На работу. Ого, взорвал мне почти все. Обстоятельства, извини. Так бывает. Мочите, мочите, пацаны, его. Ой, ой, ой-ой-ой. Ох, на меня гранату нацепили. У меня тоже на башке граната, не переживай. Это у нас семейная. О, привет. Через портал. О, бомба пропала, взорвалась, наконец-то. Так, пацаны, он начинает на нас нападать. О, Балора пришла. Слышь, ты РП отыгрываешь? Это люди тебя не напишут в комментариях, как ты РП отыгрываешь. Ладно, шучу. Идемте его мочить. Не надо. Ой-ой-ой, сок яблочный, молодец. Как сюда, у нас вакханалия творится. Ай, не того убил. Так, сидим, сидим, сидим в офисе. Пацаны, не выходим. Очень опасно. Ой, я знаю, что надо взять. Пацаны, сейчас я вам дам одно оружие. Забросаем всю пиццерию сейчас. Сейчас, 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 подождите. Есть у меня топовое. Ну вот да. Нет. Админский ты топовый пистолет. Не-не-не-не-не. Не откройте, ребятки. Мне надо не открывать, не буду занять. Только ты ж кинь, не кинь в меня. А можно? Ха. На. Ох, ты ж красный свечи. Мной очень много дамажит. Ой-ой-ой-ой-ой, нормально. Кидаем, пацаны, в эту сторону все. Слышишь, так нечестно. Все честно? Да как это честно, нечестно? Очень много... Ой, мы умираем от своего же тумана. Такого мы еще не делали. Так, подождите, подождите, он стучит к нам. А я когда валяюсь, могу бомбу заспавнить? Просто для эксперимента, можно. О, стучит, смотрите. Слышь, поломаешь дверь, ты ее ставил? Да. Двери мне запилил. Он через эту сторону идет, я знаю, хитрый. Слышь, а можно? А я не пущу тебя. Бомбы. Нет, бомбы.
Ты не можешь пройти. Ты живой? Я не застрял. Нет, ой-ой-ой. Вот это они, короче, сдетонировали все на кучу. Ты видишь, что предметы валяются по всей карте? Ага. Ого, у меня лагает. А у меня не лагает. Да, у меня ж FPS подвылетело. Было 59, а не 60. Ладно, шучу. Нормально? Ненормально. Да. Пацаны, прощайте. Ой-ой-ой, как красиво, да, смотрите? Он живой. Я не успеваю телепортироваться. Офигеть. Ого. Я так круто. Ого, их еще тут. Надо валить, пацаны. Пошло, 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 пошло. Я живой. Ой-ой-ой. А где оно взрывается? Ого, их тут. Я знаю, надо, короче, что-нибудь взорвать такое, чтобы их раскидало. Надо валить. Сейчас будет очень сильный взрыв. Я живой. Ого, меня откинуло. Все, ребята, все активировалось. Ой-ой-ой. И хитро, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!